Вот они, юные таланты Солнечногорья. Проекты учащихся физико-математического класса 7-го лицея получили высокую оценку экспертной комиссии на фестивале по робототехнике «Юные таланты Московии». Среди разработок школьников – робот-исследователь и дрон-манипулятор. Вот Роман Панфилкин демонстрирует нам широкие функциональные возможности своего дрона-манипулятора с 3D-проекцией Black Magic. Этот проект я собирал примерно 3 месяца. Состоит он, естественно, из 4 моторов бесколлекторных, мозгов, камеры и виртуальных очков, на которые передается изображение. Летает мой квадрокоптер вдаль на километр, максимальная скорость у него 100 км в час, и вверх он поднимается в высоту на 500 метров. А этого робота-исследователя изобрел Максим Барсуков. Эта машина управляется с помощью авторской программы через мобильное приложение. Из 25 портов на процессоре я использовал только 6, и остальные 19 могут быть использоваться для модификации его. То есть он может быть использован для сбора информации о окружающей среде, при использовании датчиков температуры, давления. В общем, коллектив класса, у меня 15 парней, очень и очень интересные, талантливые, каждый по-своему. Поэтому результат не только вот эти 2 мальчика и участие в фестивале, но еще и призеры на региональном этапе Олимпиады RhythmMed, где 5 человек стали призерами. Максим и Роман, конечно, не без помощи своих классных наставников. Обещают доработать свои проекты и выступить на фестивале в следующем году. Кстати, Роман задумывается продать свой квадрокоптер какому-нибудь видеографу. Екатерина Косевич, Илья Тимофеев. Наше время.